Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интересные покупочки в Валберис Озон, интереснейший аромабокс сайта Рандеву. Итак, поехали. Покупочка Валберис, интересно, такой органайзер для хранения, девочки в Телеграм скидывали, спасибо Ирине, мне очень понравился, беленький, классненький. Я распаковала его, посмотрела, так вроде целенький. Можно и под косметику, девчонки, а можно и девочкам. Хочу на стол, под канцелярию, под всякие мелочи. Сейчас достану, покажу. Достаточно приятное было, что-то там 300 рублей. Смотрите, здесь два ящичка выдвижных. Они, кстати, большие. Сюда много чего можно положить. Раз, два. Так, это что? Это открытка. Спасибо. И вот, собственно говоря, все. Вот тут вверху полочка, но можно какие-то закладки, там стикеры и так далее, что-то сюда складывать. Вот сюда, в принципе, карандашки можно положить. Так, лежа, не знаю, некоторые ручки могут войти, там ластики, всякую мелочь. Но больше, конечно, он для косметики подходит. Но, тем не менее, такой вот красивенький, хорошенький. Мне прям понравилось. Беленький, минимализм. Вот такой вот класснючий аромабокс пришел с сайта Рандеву. Это номер 12. Великие классические ароматы для него, девчонки. Я уже второй беру мужу, и у него прям появляются любимчики. Я думаю, господи, ну наконец-то. Сам себе хоть что-то выбирает. Смотрите, список ароматов. Он уже все потестировал. Могу сказать, что ему понравилось больше всего Gucci Parfum. Он и так был у него любимым. А, Hugo Boss. Вот этот вот ему очень понравился. И Christian Dior, но он на более такое вот позднее. Время позднее, холодное время года. А так вообще они все классные. Баккарат мне понравился. Очень баккарат, девчонки. Я прям от него тащусь, честно. Ах, какой он интересный. Но он тоже, не скажу, что летний. И он сначала такой яркий-яркий, как будто там и цитрусы есть. А потом, когда начинает шлейфить, вот прям какой-то жутко притягательный шлейф. Причем на мужчинах любого возраста, вот просто любого, он подойдет как ребятам, ну не ребятам, наверное, все-таки 25+, но прям на взрослых мужчинах, на взрослых, богатых, успешных мужчинах представляю себе вот этот аромат. Так, я еще забыла Happy for Men, сейчас освежу свои воспоминания и расскажу вам, девчонки. А, он тоже классный. Вот этот летний аромат, несмотря на то, что он оранжевый, он прям такой, здесь есть цитрус, поначалу он очень яркий, но в то же время он какой-то акватический. Он шлейфит акватическими нотками и немножко цитрусом. Прям вот на лето тоже классный. А, я, кстати, вообще не знаю этот бренд. Девчонки, вы знаете? Вот я не знаю. Ну, а муж определился. Аромабоксы в Рандеву вообще это прекрасный формат. Здесь в каждом пробничке у нас с вами 1,5 мл, и их всего 8 штук. И они с распылителем. Это безумно удобно. Если вы не знаете, какой парфюм взять, понравится он вам, не понравится, ищите аромабокс, в составе которого будет этот парфюм, а может быть и многие, которые вам хотелось бы попробовать. И все. И красота, девчонки. Носите, тестируете, выбираете и потом уже берете полноразмерки. То есть это вообще великолепный способ потестировать ароматы. Я очень люблю. Я по несколько дней ношу, пробника хватает надолго. И все-таки из распылителя аромат выдается другой, нежели из пробников, где палочка, да? Вот отличается. А из распылителя уже сразу все понятно. И шлейф почувствовать можно, и поносить, и на одежде, и на кожу очень удобно. Поэтому я обожаю этот формат в Рандеву. А, как всегда, ссылочку вам оставляю на аромабоксы, на все аромабоксы, и промокод на скидку 10% тоже вам оставляю, пользуйтесь на здоровье. Очень часто на сайте бывают скидочки на аромабоксы, можно взять вообще очень дешево, поэтому проходите, смотрите, знакомьтесь. Купочки Озон, девчонки, это кондишн, а я его уже там скрыла и даже понюхала, сейчас объясню почему. Это опять японский кондиционер. А, вот так он приходит. Я его на пункте выдачи в пупырке. Все как положено. Распечатала. Арома Рич. А, здесь в чем как бы была проблема. У меня прошлый Арома Рич был голубенький. И он был в пакете. То есть сменный дозатор. Не с крышечкой, а именно в пакете. Который как бы разбавить на складе. Или где-то еще недобросовестные работники никак не могут. Я заказала другой. Вот такой вот с розой. Это Катрин, по-моему. И девчонки, кто заказывал в бутылках, именно сказали, Наташа вот в частности вообще в Телеграм писала, что не чувствует аромата. Я такая думаю, ну как, если у меня на лестничной площадке аж пахло. Как? Вот, защиты никакой у бутылок нет. Я сначала подумала, девчонки, что... Сейчас открою. А, вот так вот стрелочки были. Защиты являются стрелочки. Но нет, я смогла легко потом прикрутить на место. И мне повезло, мне кажется. Но я еще заказала такой в пакете. Буду сравнивать девчонкам, тестировать. Вот информация вся. Что...
У меня он не разбавленный, потому что он пах на весь пункт выдачи просто. Нереально. Я когда на детскую площадку пришла, у меня даже мамочки спросили, а он у меня был в пакете, и в этом еще пакете, в большом, что у тебя так вкусно пахнет. Потому что я вот сейчас открыла, и аромат на всю кухню. Вот. И девчонки тоже заказали, но я сказала, на всякий случай заказывайте в пакетах именно. Потому что их разбавить невозможно, а вот этот в бутылке возможно. Стоят они не так бюджетно, недорого, но не бюджетно. Для такого парфюма, в принципе, нормальная цена, надо искать. На Валберес по 350 рублей. Вот сегодня смотрели, были самые дешевые вот эти сменные пакеты по 400 миллилитров. Концентрированный, нужно совсем чуть-чуть. Аромат на всю квартиру. Белье достаточно мягкое. Не супер-пупер, но мягкость есть, как бы все нормально. Буду пробовать разные ароматы. Пока для меня это по насыщенности и звучанию самый мощный кондиционер Леон. Леон, бренд Леон, надо в поиске вводить. Но я ссылку оставлю, но просто они каждый час меняют цены. Сегодня девчонки разобрали за 350 на Валберес все. Они потом сначала даже цену подняли за 600 чем-то, сейчас нет на складе. Леон, в поиске вводим Aroma Rich и ставим на Валберс, на Озон фильтр, цена по минимуму. Мы смотрим, какие дешевле пакеты, такие берем. Пакетики, как вот я в прошлом обзоре заказа показывала, да? А девчонкам вот в бутылках некоторым приходит, не всем. Вот кому-то везет, да, не разбавили, вот как мне, допустим, а кому-то не повезло, разбавили, отлили воды, долили или еще что-нибудь. Приходит практически не пахнущий, вот так. А в пакетах надежней. Покупочки Wildberries и Озон. И что покажу первое? Девчонки, помните, я вам черный бюстик показывала? Так вот, с девчонками в Телеграм нашли его за 800 с чем-то рублей. Спасибо тем, кто прислал на Озон за 800 с чем-то. Первый черный я брала за 1300 на Wildberries. За 800 с чем-то это вообще шик. Я уже распаковала его на пункте выдачи, примерила, потому что мало ли, у меня здесь 85C. Быстро разбирают. За 800 это вообще, девчонки, он идеально держит грудь. Кто не видел, я подробно прям про черный бюстгальтер рассказывала. Смотрите, это такой он как молочный, что ли, цвет. Он просто идеально держит грудь. Вот здесь вот такая вот плотная часть. Смотрите, вот так вот уплотнена чашечка. То есть здесь нет косточек. Здесь внутри поролон, который можно вытащить. Но тогда, конечно, совсем не та будет песня. Широкие бретельки сзади. Смотрите, как сделаны крючочки. Я прям третий себе возьму. Больше никакие покупать не буду, честно. Потому что великолепно. Вот здесь обычные бретелечки вот такие. Так, бренд у нас с вами. Размер XL у меня, да. Вот XL состав. И, в общем, девчонки, вот лучше бюстгальтеров я никогда не видела. Смотрите, вот здесь такой надрез, то есть поролончик можно вытащить, и можно вставить дополнительные чашечки пуш-ап. А можно вот этот вытащить и поставить именно пуш-ап. Я, кстати, так не пробовала, это мне сейчас мысль пришла. Надо попробовать обычную вытащить, поставить пуш-ап. Потому что с двумя вместе сразу эффект пуш-ап обалденный, но мне не очень нравится. Грудь держит, девчонки, изумительно. Вот просто, сколько у меня было бесшовных бюстгальтеров, таких вот всяких разных, спортивных и так далее, ни один так не держал, поэтому... Просто класс. И за 800 с чем-то рублей, считаю, это суперская цена. Вот это кружево, все смотрится очень красиво, эстетично, в общем, супер. Так, дальше, это у нас Валберес. Девчонки в Телеграм нахваливали прям Гималаем. Именно вот такой питательный крем для рук с алоэ. Фикси дешевле всего он. На Валберес нашли наборчик. 200 с чем-то рублей. Два крема для рук. Тут все как-то склеено, так по-идиотски. И один крем для ног в подарок получается за 200 с чем-то рублей. Мягкая, гладкая кожа, стоп через 7 дней. Попробую, попробую, буду рассказывать. Говорили, что приходит с истекшим сроком годности. Вот этот, который в подарок кладут. Нет, я на пункте выдачи посмотрела. Вот на тубе, девчонки. Сроки годности в порядке. Вот, так что вот так, вот такой набор переклеенный какой-то скотчем. Так, дальше, что тут у меня два лака, Люксус. Этот бренд сейчас представлен только на Озон, на Валберес почему-то его убрали, нету. Была ликвидация товара по 100, по 111 рублей лаки, а вот сейчас в данный момент у меня база Люксус, вот эта светоотражайка Люксус, ну, а топ другой. И носится маникюр изумительно, мне так понравился этот бренд, просто вот изумительно, вообще никаких нареканий, уже я не знаю, сколько я ношу, 10 дней точно, и вообще... Как в льто сидит. Мне кажется, буду носить, прям пока уже совсем не отрастут. Хотя сама себе делаю маникюр. У меня такое впервые. Где-то что-то, но какой-то косячок вот бывает. Немножечко там где-то отходит, еще что-то. С этим брендом вообще никаких нареканий. Сейчас покажу цвета. Читательский дневник заказала на Валберес. Совсем дешево, дешевле 100 рублей. Вести литературу на лето задали Ксюшке читать. Вот будем вести. Так, и что у меня тут еще? Еще у меня здесь кондиционер. Опять японский. У нас просто до смешного доходит. В Телеграм с девчонками про этот кондиционер. Он реально крутой, он и смягчает хорошо, не скажу, что прям на 5 баллов, но он хорошо смягчает, шторочки действительно выходят без складок из машинки. И аромат,
самый ярко выраженный, сногсшибающий и так далее. Если не хотите сногсшибающий, разбавьте его с каким-нибудь своим нейтральным кондиционером, как я сделала Sensitive, да, налила туда буквально 20-30 мл на бутылку Sensitive кондиционера Aroma Rich. Сейчас я открою вам, покажу все. Вот, и тогда он будет не такой выраженный, но все равно ярко выраженный. Вот вчера постирала шторки на кухню, все, аромат стоит на всю квартиру, ну, просто изумительный. Вот прям девчонки, все, кто брал, тоже оценили. Но есть один нюанс. А сейчас открою все и расскажу про этот нюанс. В бутылках Aroma Rich Leon называется. Смотрите, какой дешевле. Очень хвалили девчонки с черной этикеткой. Я себе заказала еще с черной этикеткой. Джульетта называется. Вот именно его мне советовал кто-то из девочек на YouTube. Кто советовал, кто смотрит сейчас это видео, девчонки, отзовитесь. Вам огромная благодарность от всего моего канала и нашего женского дружного коллектива в Telegram. Так. Значит, это с розой. Классный аромат, здоровский. До этого у меня был голубой. Он еще ярче, еще насыщеннее, интересней. Я взяла для чего? Я взяла потестить в бутылке и в пакете. Но в бутылке мне, походу, попался неразбавленный, потому что там нет никакой абсолютно защиты. А этот пакетик, есть пакетики больше объемом, а не с крышкой. То есть тоже можно разбавить. Много отзывов, что разбавляют их. А в пакетах вот в этих уже ну никак сюда не залезешь, никак не разбавишь, поэтому я буду брать в пакетах и вам как бы советую. Вот в таких по 400 мл, по 350 рублей, пока видела, не 346, самая дешевая цена на него. Но его надолго хватит, он очень концентрированный, но нужно совсем-совсем чуточки. Так, информацию показываю. Так что вот такой нюанс, в бутылочках брать не советую. Так, дальше по лакам, смотрите, номер 4, Luxus. Вот так бренд называется. Очень красивый. Вот этот очень красивый, такой натуральный. Я хочу на него втирочку положить в следующий раз. Посмотрю, как получится. А восьмой, девчонки, заявлен как коралловый. Но это прям... Где тут коралл? Розовый нюд. Вот я такое совсем не хотела, но на пункте выдачи не вскрывала на Озон. Поэтому пусть будет, пригодится. А вот номер 4 вообще огонь. Или... Нет, он, подождите, этот 008, этот 017. Я не знаю, что значит еще номера. В общем, вот этот 17-й, он прям бомба. Мне такие цвета безумно нравятся. У меня похожая вот есть база как раз. Но не от этого бренда. Прям вот он такой красивучий, красивый. Так, все, про кондиционер рассказала. Сейчас буду вскрывать, тестировать аромат с бутылкой. Ой, слушайте, девчонки, нет. Смотрите, посмотрела крем для ног, который приходит. Он действительно до мая. Я почему-то думала, что это дата производства. Нет, здесь написано, так, номер партии и годен до указаны на флакончике. До мая 23-го года. Короче, крем для ног действительно присылают просрочно, имейте в виду. Покупочки Wildberries, это купальник. Вот так он называется, купальник слитный пионы. Я заказывала 14 слитных купальников. У меня бесплатный возврат был, пока вроде есть. После возврата 13, не знаю, что будет. И выбрала вот этот. Вообще хотела в рубчик. Но там много очень нюансов. Кто не подписан на мой канал в Телеграм, проходите, я там все рассказывала. Все ссылки на купальники, которые заказывала, там тоже кидала и писала, какие из них и зачем, и почему не надо, и почему надо. В общем, я выбирала из трех, в итоге выбрала этот. Здесь поролон. Хорошо держит грудь, красивый, и он очень красивый в бикини. То есть вот все отлично, все нормально, идеальная посадка, все замечательно. Вот такой вот он красивенький. Сзади тоже рисуночек. Понравился больше всего. Ссылочку оставлю. А про остальные купальники, кто хочет почитать, послушать. Ага, я поняла, не будешь. Кто хочет почитать про остальные, то welcome на Telegram. Всегда ссылка под видео в инфобоксе. Купальник Ксюшки. Офигенский, девчонки, в рубчик. Это Глория джинс. Сейчас вот на складе не было. Девчонкам Telegram кидала. А зеленый такой есть. Так, показываю информацию, какой я ей взяла. Размер-то тут. Господи. Непонятно. А, размер 164,80. Он ей на вырост подойдет на следующий год точно, но он и сейчас сидит очень хорошо. Прям вот безумно классно стройнит. Достаточно такой плотненький. Под рубчиком есть подкладочка такая приятная к телу. Прям вообще класснючий, класснючий. Очень красиво сидит. Мне понравился. Так, спинка не сильно открытая, но тем не менее вот такая вот открытая. Красивый, классный, классная посадка. Все прям очень здорово.
Погнали дальше. Что тут у меня интересного еще? Ой, взяла вот такие носочки, девчонки, для педикюра. Девочки делились в Телеграм как-то ссылочками. Полностью силиконовые. А вот эти носочки сверху обычные, чтобы не скользить, не ходить в силиконовых, мало ли. Вроде как не скользко, но тем не менее. А внутри силикон. Сейчас вместе с вами откроем, посмотрим. Бюджетные достаточно. У меня есть, кстати, такие носки обычные. Я их в Хиксе брала. То есть они внешне вот абсолютно такие же. Ну, просто носочки. Но внутри силикона нет. Я брала себе на зиму по дому гонять, а неудобно. Здесь, кстати, противоскользяшки. Вот выглядит абсолютно так же. Тяжелые, слушайте. Выглядит абсолютно так же, но здесь у нас внутри силикон. То есть мы с вами какой-нибудь питательный кремчик на ножки наносим, ножки обрабатываем, да, кремчиком мажем, одеваем носочки, ходим. Некоторые в них спят, чтобы ножки были всегда красивые. Вот он, силикон. Это силикон прям. Он поверх ткани. Какие-то тут вот белые штучки, видите? Кстати, видела, в отзывах про них писали. Ну, я думаю, это не критично. Интересно, как их можно стирать. Тут информация вообще непонятно какая, майданчина. Ничего по этому поводу нет. У кого есть такие носки, напишите, как стирать их. В общем, тут внутри силикон. Нормальные такие тяжелые носочки. Вот для уходовых таких мероприятий, процедур. Так, кондиционер пришел, Aroma Rich черный. У нас по поводу этих кондиционеров несколько суток вообще до истерики в Телеграм. С девчонками смеемся, но в итоге всем вроде понравился. Берут в пакетах, потому что в бутылках приходят часто разбавленные, в пакетах без крышечки. Сейчас откроем, почувствуем с вами аромат. Говорят, черный вот этот самый прям такой классный. Так, дальше. Это пакеты для кошачьего туалета закончились. У меня берут 12 штук в силах. Цена вопроса вообще смешная. Я по 2 пакета таких кладу в лоток и сверху насыпаем силикогелевый наполнитель. Очень удобные. У меня сверху как раз тоже так крышечкой прижимается. Даже когда у меня был лоток у кота без крышечки, тоже пакеты нормально, в принципе, сидели. Иногда он их там немножко может сдвинуть, поправляешь, и отлично. Потом пакеты собираешь. Почему по 2 кладу? Потому что они достаточно тонкие. Один он может еще порвать и что-то протечь в туалет. В туалет, в лоток. А 2 нет, 2 всегда нормально. То есть я их прям достаю, завязываю в мусорку, и у меня чистый всегда лоток. Так, дальше. Наушники заказала, девчонки, вообще за копейки. Сейчас распакую, покажу. Тоже, по-моему, Женя в Телеграм кидала. Сказала, хорошие. Или кто-то из девчонок, еще не обижайтесь. Я забываю, у нас там чат. 1 000 000 сообщений в сутки. Так, дальше. Это Наташа в Телеграм тоже всегда хвалила эту линейку Эльсе. Достаточно бюджетно сейчас. Около что-то 200 с чем-то рублей шампунь или бальзам. И 300 рублей шампунь или бальзам. Ну, в общем, бюджетно. Она обычно магнит косметика, везде дороже. Сейчас на Валберес была хорошая цена. Прям вот девочки все похвалили. Хочу попробовать шампунь, бальзам для обезвоженных и тонких волос. Надеюсь, что не будет утяжелять. Обязательно вам расскажу потом. Так, сейчас все открою. Так, давайте начнем с кондишна. Ой, уже пахнет. А, вкусный-то какой. Вкусный, реально классный. Он похож на зеленый, но немножко другие нотки. Цветочный и кислиночка какая-то есть приятная. И парфюмерия. Сложные одушки у Aroma Rich. И как будто яблочко, что ли, какое-то чувствую тоже немножко. Вот прям классный, насыщенный, интересный аромат. Прям классный. Да, но он очень похож на зеленый. Не на зеленый, а голубой, который голубая этикетка. Забыла, как он называется. Похож прям. Вкусно, вкусно, классно, мне нравится. Да, вот этот вот, мне кажется, самый мой любимый будет. На втором месте из тех, что я пробовала, потом с голубой этикеткой и с розовой этикеткой на третьем. Он мне меньше всего нравится, но они все, тем не менее, насыщенные. Так, будем пробовать стирать. Черный – это Джульет. Так, вот наушники. Беспроводные наушники. Цена вопроса тоже там совсем что-то смешно, девчонки. 200 с чем-то рублей. Кейс. Произвести полную зарядку кейса с наушниками. Стартовая зарядка 4 часа. Вот такой вот кейс. Так, сейчас открою. И вот они, сами наушники. Они там были белые и черные. Вот такие вот. Ну, должны быть удобно. Сейчас попробую в ухо вставить. Слушайте, да, очень удобненько. Очень удобненько. Так, сейчас кейс вскроем. Вот так выглядит кейс. Здесь даже по ходу дела сенсорный экран. И как он у нас с вами заряжается? От чего? Вот тут, наверное, разъем должен быть. Посмотрим. Так, здесь, смотрите, обычный USB. Ну, вот такой широкий, который мы вставляем в обратную сторону, наоборот. И вот USB классический. То есть это USB порт. Не Type-C, а USB. Кладем сюда наушнички. И заряжаем. Так, как они у нас вставляются? Смотрите, здесь есть такие магнитные штучки. Так, чпоньк. И чпоньк.
Примагнитились или не так? Наоборот, наверное. Да, вот, вот так. Опа, смотрите, как классно! Экранчик заработал. Ой, как здорово. То есть, вот эта коробочка, она тоже беспроводная. Можно заряжать в ней. В общем, мы ее заряжаем, а потом можно заряжать наушники. Кейс, 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 кейс. Вот он, в принципе, 100% кейс заряженный. А наушники заряжаются, горят красным. Классно. Слушай, за 200 рублей такие наушники вообще огонь. Тут еще в пакетике есть вот такие какие-то сменные насадки. Слушайте, вот она зарядка. Я что-то не обратила внимания в коробке. Вот такие какие-то штучки, что ли, сменные. Да, классно. Вообще, слушайте, это просто огонь. Кстати, коробку закрыла, уже Ксюшке отдала. Тут крышка прозрачная, через коробочку все видно, когда ее закрываешь вообще. Ну и на этом все, мои хорошие. Все ссылки, как всегда, в инфобоксе. Промокод на скидку на рандеву 10% тоже, как всегда, там же. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всех люблю, целую, всем пока-пока.